19 июля 1980 года. Прибыл председатель Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Леонид Ильич Брежнев. Я имею честь представить лорда Киланина, президента Международного олимпийского комитета, которого сердечно приветствую. Мне хотелось бы приветствовать всех спортсменов и официальных лиц, собравшихся здесь. Добрый сегодня. День. Добрый день. Будете обедать? Обязательно. Что вы будете есть? Чем кормить? Мостовой лагман. Мостовой. Лепешки. Две бутылки минеральной воды. Если можно, холодной. Хорошо. Может быть, грамм 100? Нет. Ну, как хотите. Слушай, будь поаккуратней. Вон там, посмотри в углу. Видишь большого корейца? Угу. Я его видела, по-моему, в городе, в областной милиции. Водичка, как просили. Прямо из холодильника. Пойми, деточка, лучшие средства от жары – это коньяк. Машрап! Да чего орешь, как ненормальный? Иду. Вижу, вижу, что идешь. Я думал, ты не слышишь. Привез? Привез. Сколько? 6 штук. А чего так мало? Больше не было. Зато живые. Слушай, ты что, охренел, что ли? Ты же знаешь, я к крови боюсь. Да ты что? Ребенок он сидит. Зачем это ему видеть? Пусть привыкает. А то растут они сейчас нежные.
Привет, начальник. О чем пойдет наш разговор? О шприце, который обнаружили в квартире, что ты обокрал. Здесь, в Рчишме. Об этой краже нечего толковать. Я признал ее и возместил весь ущерб пострадавшему. О шприце ты ничего не говорил. Экспертиза дала заключение, что им пользовались для инъекции наркотиков. Так что скажешь? Слушай, следователь знает, что ты сюда пришел? Умат, я говорю с тобой как начальник областного уголовного розыска. А я буду давать показания только ему, следователю. Не тебе, не твоему заму, большому корейцу. Понял? Только протокол. И все-таки тебе придется удовлетворить мое любопытство. Так откуда этот шприц? Если кражу совершил ты, значит и шприц твой. А? Не знаю, не помню. Закурить есть? Могу все взять? Бери, я не курю. За сигарет, начальник, спасибо. Для душевных разговоров держишь? Ну да. К таким умникам, как ты, в доверие втираться. Так откуда же он у тебя? Значит, тебе этот твой вонючий шприц важнее, чем раскрытая возмещенная кража? Так, что ли, понимать? Да интересует он меня. Интересует. Да не мой шприц, не мой! Но тогда ты и про кражу говорил то же самое. Кража – это другое дело. Я вор, понимаешь, вор. Мое дело – брать. У тебя есть хобби? Есть. Какое? Шприцы собираю. Что за люди? Правду говоришь, не верят. Врешь, верят. Да не мой этот, не мой, понимаешь? А что ты волнуешься? Смотри, уже до пальцев докурил. Сейчас ногтями будешь затягиваться. Как я вас, ментов, ненавижу, мусор ты. Да я вот вас как. Я тут... А ты мне очень нравишься, Умат. Очень нравишься. Здравствуйте. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Как вы желаете? Все хорошо рад у вас? Рад видеть. Хорошо живем. Спасибо, сынок. Ассалам алейкум. Благородные идеалы олимпийского движения... Аминь. У тебя, надеюсь, все хорошо? Хорошо. Все здоровы? Здоровы. Как тут мой друг? Ничего, поряд. Вот тут в газете хорошая весть о пенсиях колхозникам. Теперь больше получать будете. Вот у Марака, прочтите. Посмотрим. Давай, читай, Умар. Послушаем. Ассалам алейкум, Тулкунаки. Валейкум, ассалам. Ну, как дела? Тишина. Все глухо. Через перевал много машин идет. Начинают вроде. Но есть у меня зацепка. Ходил я в горы тут. Угу. Смотрю, следы. Легковая машина проходила. И не раз. Угу. Думаю, что Волга. На юг? Да, на Золотой мост. Действительно новость. Но наркотики везут все же отсюда, через Урчишму. И шприц обнаружен здесь, в квартире, где была кража. Вора зовут Умат. Он сидит. Слышали о таком? Нет. Он говорит, что ничего не знает про шприц. Ну, еще увидимся, Толкунаки. О, кого я вижу? Товарищ подполковник, здравия желаю. Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Мне сказали, сам начальник уголовного розыска области приехал. У вас свободно? Ваша фамилия Пак? Пак. Я и есть Андрей Пак. Садись.
Ну и жара. Градусов 40, не меньше. Бери. Не откажусь. Всю дорогу пью. Ну и зря. Так что ты хотел от меня, Сабирджан? То, что я знаю, для вас очень важно. Догадываюсь. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. У вас нет времени. Да? А у тебя оно есть? Наверное, тоже нет. Поэтому я позвонил и приехал сюда. Почему сюда? Здесь меня никто не знает. Надеюсь, вас также. Обещаете, что поможете? Нет. Я ничего не могу обещать аванс. Все зависит от того, что ты мне Хорошо, что мы не отдали движок. Разве на старом держали бы такую скорость? Как не отдали? Завгар сказал, пока поездит. Ты намекнул, конечно, в тресте, что я просил этот двигатель. Да упаси бог, товарищ подполковник. У людей я узнал, что на складе имеется новый движок к электрогенератору. Но я и снял его. Пока. Ладно, слышал я это все. Всем постам. Вооруженные нападения в кафе «Чароли». Имеются жертвы. Ну, я уговорил начальника. Пока не тиснули, чтобы нам его дали. А то ведь оперативная машина со старым движком. Хоть стой, хоть падай. Слышал я эту болтовню. Пока не украли, пока поезди. Я же приказал двигатель вернуть. Не успел, товарищ подполковник. И то сказать, что для себя старался. Государственная машина. Я же о вас заботюсь. Начальник, а ездите на развалюхе. Последний раз предупреждаю, чтоб завтра двигатель был в тресте. Понял? Слушай. Пацан. Алик, ну давай же, давай. Здесь уже скоро, Тура Саматович. Ну давай, жми. Что с вами, товарищ подполковник? Вам плохо? Выходи! Выехала оперативно-розыскная группа.
постам. Вводятся круглосуточные усиленные варианты несения службы. Повторяю, вводятся круглосуточные усиленные варианты несения службы. Всем постам. Всем постам. Вооруженное нападение в какой вчера день имеет приказ. Так, жив? Жив, он сейчас в реанимации. Вместе с ним там из УБХСС Исмаилов. Как он опомнится, они пошепчут. А второй? Парень, который был вместе с корейцем, сразу скончался. Личность пока не установлена. Вот это столик преступника. А Пак сидел вот здесь. А это чье? Убитого. Расческа, очки. Ничего интересного. Бутылка грузинского коньяка и еще деньги. Пак сказал дежурному, что едет вчера ли? Нет, предупредил только, что будет часа через три. Все осмотрели? Алишер постарался. А ты же знаешь, какой мой братишка дотошный. Он же твой ученик. Алишер! Позвони дежурному. Труп надо срочно дактилоскопировать. Слушаюсь. Возможно, парень был судим. Джамал! Узнаю, ребят. Пак никому не говорил о поездке. Генерал тебя спрашивал. Ну, раньше-то вы наверняка видели этого человека. Вы знаете его. Надо рассказать о нем. Он же бывал в вашем кафе. Нам все известно. Мы хотим проверить вашу честность. Первый раз он был здесь. Ну-ну-ну-ну-ну. Мы милиция, с нами не надо ссориться. Слово вам даю, товарищ генерал. Не видела я его никогда. Чтоб потом не кусать себе локти. Мы ведь и о вас думаем. С кем вы живете? Муж есть? Мы развелись. А дети? Двое. Мальчик первый класс пойдет. Ну вот, детям без матери. Каково будет? Поэтому все надо честно рассказать. Если б я его знала. Гафуров. Слушай, товарищ генерал. Пошли сотрудника к ней домой. Пусть опросит соседей, кто у нее бывает. И заглянет в холодильник. Рабочий придет поесть, они ему котлету на шампуре. А мясо домой тащат. Понял. Будет сделано, товарищ генерал. В наших сотрудников стреляют, а им дела нет. Где их директор? Быстро ко мне. Ну что вы стоите? Она действительно его не знает. Здесь же проходной двор. На моей памяти ничего не было подобного. Запросто могут шапки полететь. Олимпийские игры отрапортовали. Наверное, Шараф Рашидович уже знает об этом. Министр будет докладывать в Москву. Нам меры нужно принять, пока сверху не приняли. Необходимо установить, почему Пак оказался не на рабочем месте, а в кафе. Кто-то должен отвечать. Тут стреляли в двоих, и никто не виноват. А начальник уголовного розыска явился на место происшествия последним, так сказать, к шапочному разбору. Я нужен. И это все твой хваленый отдел. Уголовный розыск. Молчишь? Мне надо идти делом заниматься. Спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи, я,
объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры. Поедешь со мной. Открытыми. Я все ждал, что ты что-нибудь объяснишь мне. Его все называют здесь отцом, сыном, вдохновителем. Он здесь родился, вырос. Здесь все неприкасаемо для грязных рук. Мы попали в серьезный скандал. Плевать на скандал. Кто-то хотел убить моего зама. Я найду, кто это сделал. Найди. Найди. Как был ты простым опером с Искарем на улице, так и остался. Я не смог воспитать из тебя руководителя. У тебя кругозор постового. Может быть. Наверное. А что входит в кругозор настоящего руководителя? Понимание проблемы в целом. А ты, к сожалению, не понимаешь, что кровь смывается легко, легче, чем грязь. Ты до сих пор не понял, что произошло сегодня. Твой заместитель позволил, чтобы в него влепили пулю. Где? В кафе. Днем. При стечении народа. При странных обстоятельствах. В странной компании. И еще в рабочее время. Первый, ответьте. Возьми. Первый здесь, говорите. Личность убитого установлена. Ардыков Сабирджан, 23 года. Судим за кражу автомашины. Освободился в прошлом месяце. Вас понял. Слыхал о таком? У нас на него ничего нет. Это точно. Ты готовился в отпуск. Вот и езжай. К утру тебя не должно быть в городе. Пиши рапорт и сматывайся. Нет, не подходит. Происшествию уже придана широкая огласка. К нам направили комиссию. Она уже в дороге. Я не могу уехать сейчас. Решай сам. Против тебя могут возбудить уголовное дело. Ты знаешь, я тебе плохого совета не дам. Меня не поймут. И вы первые перестали бы уважать меня. Ты понимаешь, что твои дни в управлении сочтены? Кем? Назраткуловым? Я бы тебя на 10 Назраткуловых не променял. Твое последнее слово. Остаюсь.
Ну, в таком случае я ничем не смогу тебе помочь. Посмотрим, что скажет кореец. Когда-нибудь он придет в себя. Должен тебя огорчить. Пак, не приходя в сознание, скончался. Он уже в морге. Не уходи, я вызову тебя. Ваш сын не говорил, куда он пошел, зачем? Нет. А он не говорил, что собирается поехать куда-то? Нет. Сабиржан упоминал когда-нибудь, что знает Андрея Пака из милиции? Нет. Его могли называть корейцем? Нет. Большим корейцем? Нет. Мы не слышали это имя. Могли они знать друг друга, Сабиржан и Пак? Не знаю. Но, может быть, он был вашим соседом или соседом ваших знакомых? Нет. Пак вызывал его по уголовному делу? Нет. Ну, а потом, когда Сабиржан освободился? Нет. К нему все очень хорошо относились. Когда его арестовали... Когда его арестовали, соседи поверить не могли. Думали, что это какая-то ошибка. Прошу, как доехали? Как дела в министерстве? Алишер, как у нас там с чаем? А мы уже о вас позаботились. Пейте на здоровье. Свадебные запасы транжиришь? Да, запаслись, хватит. Но учтите, вы наш главный гость. Мы вас ждем обязательно, ровно через неделю. Не забудьте. Не забуду. Алишер, вызови машину. Пусть ее отвезут домой. Держи. Значит, вы приехали в кафе больно. На машине. Чего руки крутишь? Да. Диди, разговорился тут. Пусти, я сам иду. 10. И вы были вместе все время, так? Мы были все время вместе. Ну, конечно. Вы видели, как в человека стреляли? Я вообще не видел. Я слышал. Вы? Да, видели. Для комиссии все документы должны быть в порядке. Расскажите поподробнее. По порядку. Пожалуйста. Надо сделать все. Мы приехали на машине. Да, да, часов 10 утра. Да. Сели за свободный столик. Подошла официантка и приняла заказ. Минут через 20 она принесла коньяк, шампанское. Thank you.
Домой, Тура Саматович. В морг. Вообще-то в патологоанатомическое отделение посторонних не пускаем. И ночью. Это ты мне говоришь? Хорошо. Пойдемте. Прошу. Он умер, не приходя в сознание. Воздушная эмболия. До конца с раненым находился ваш сотрудник. Паку стало плохо. Сотрудник выбежал в коридор и позвал нас. Когда мы прибежали, уже ничего нельзя было сделать. Капельница была вырвана из катетера, и ему в вену проник воздух. Тура Саматович, прошу вас, я этого вам не говорил. Вы узнали, но не от меня. Но этого не может быть. Все равно он был обречен. Генерал говорит, что тебя нет. Ладно, кореец. Я ведь пока еще есть. Разрешите? Заходи, садись. Ты не обижайся, Тура Саматович. Погиб твой заместитель, молодой, способный работник. Погиб при непонятных обстоятельствах. Во время работы оказался не на службе, а в другом конце области, в кафе с подачей спиртного. Будь контроль за работой твоего отдела на более высоком уровне. Возможно, этого не случилось бы. Сам факт убийства сотрудника органов милиции дискредитирует нас. Дает понять, что на каждого милиционера можно поднять руку. Убить безнаказанно. Ну, говорить о безнаказанности убийцы, по-моему, еще рано. А какой ты сам подал пример недисциплинированности? Приехал на место происшествия последним. Не помог и новый двигатель, который твой шофер снял с агрегата на твою машину. Неужели я еще должен следить за порядком в гараже? А если хотите наказать шофера... Не шофера, а тебя. Шофер вымогал двигатель от твоего имени на твою машину. Здесь фактический состав преступления. Можно на полтона ниже. Пойми, что это произошло в городе, где он родился. Мы не должны допустить, чтобы область склоняли всякие там... Это ведь политика! В конце концов, какая выслуга у Саматова? Я посмотрел. На сегодня 26 лет, 3 месяца и 17 дней. Вызывай кадровика. Пусть к утру все оформит. Слушаюсь. Ты должен это понять, Тура. Если ты выйдешь на пенсию, мне будет легче замолвить за тебя слово. Это не то, что защищать привлеченного к ответственности начальника розыска. Ты не обижайся на меня. А дела завтра сдашь Равшану Гафурову.
Пусть полковник Гафуров сейчас же позвонит мне. И это все? Товарищ генерал, Гафуров у аппарата. Завтра с утра примешь дела у Саматова. На прием тебе 10 минут. Все остальное время и силы на раскрытие убийства. Все. Ведешь его в курс всего, что считаешь нужным. Понял. Что ты считаешь нужным. Понял? Понял. Ну, подполковник, давай выпьем. За успехи на новом этапе. О, товарищ генерал, отличный коньяк. Еще бы. Уйдешь на отдых, честь по чести. Коллектив уже собирает деньги на подарок. Я тут распорядился, с базы возьмем часы Ориент. Гарантия на 40 лет. Я не собираюсь так долго жить. Мы хотим, чтобы было все это по-людски. Я уже подготовил памятный адрес для тебя. Я это тебе говорю так, по-товарищески, неофициально. Я тебе неофициально, по-товарищески. Сунь себе свой адрес в задницу. Разрешите идти? Разрешите? Да. Тура Саматович, я опросил всех, кого смог найти. Грузинский коньяк КВ, какой был при убитом Сабирджане, в торговую сеть нашей области не поступал. Я составил план оперативных мероприятий. Отдашь на машинку от своего имени и подпишешь у Гафурова. Угу. Равшан? Да, Равшан. Иди отдохни. Вот так, Джамал. От простого перекладывания бумаг со стола в портфель личные вещи превращаются в мусор. Ну, иди. Я тут человек новый. Надо бы, я понимаю, провести это в зале, так сказать, в торжественной обстановке. Удостоверение с вами. Но вы знаете, там готовится к панихиде. Хлопот столько, гроб, венки, речи подготовить. Дань уважения вашему заму. Весь личный состав занят. Не до торжеств. Поэтому я вас прошу зайти в канцелярию. Женщины заварили чай. Нам надо вам кое-что вручить. Вы что-то хотели сказать? А? Что-то хотели сказать? Нет. Я подумал. В милицию принимали полгода, а выгнали за 2 часа. Вот таким образом. Проходите, Тура Саматович. Садитесь. Рад вас видеть. Я тоже. Как настроение? А в это время... Новости есть? ...тройного прыжка разворачивались решающие события. Все в порядке. Работы много. Ну, ничего. Нам бы сейчас выкрутиться из этой истории. Остальное все наладится. Плохо, что зама нет. Такого, как Пак, разве найдешь? Это лучший бросок да. Бразильского чемпиона. 17 Пак. Лет, 22 сантиметра.
Ну, ладно, я пошел. С сейфом завтра разберемся. Желаю удачи. Спасибо. Алишер, оружие надо во что бы то ни стало найти. Он наверняка его выбросил. И еще, если вы установите, где Сабиржан купил коньяк, вы сможете узнать, откуда он приехал в кафе. И с кем мог видеться по дороге. Ясно. Ну, ладно. Все будет хорошо. Конечно, учитель. Да. Будь счастлив, Тура. Спасибо. Ты что, халяв? До сих пор не разучился разговаривать? Я думал, что в такой день, как сегодня, меня трудно удивить. Молчишь, потому что боишься проговориться, как ты попал под машину самого отца, сына и вдохновителя. Говорят, что он до сих пор интересуется, как тот чудак, который бросился под мою машину. А генерал всегда отвечает. Таким бравым служакой стал. Товарищ подполковник, вас к телефону. Генерал. Что, даже не узнать? Возьмите трубку. Слушаю. Дежурный что, рядом? Вышел. Я здесь один. На вахте никто не слушает. Я сказал, чтобы ты ввел Гафурова в курс дела, насколько считаешь нужным. При Назраткулове я не мог сказать яснее. Речь идет о чайханщике Сувоне. Я понял. Правильно понял. Сходи в чайхану, скажи, что несмотря на твою отставку, уговор остается в силе. Об этом будем знать только ты и я. Только ты и я. Если Сувон поможет нам задержать караван с наркотиками, мы им этого не забудем. Но он многим рискует. Поэтому я не подключаю новых людей. Ты и я. Условный знак остается прежний. Он должен перевесить ковер, только не откладывай. Хорошо, я прямо сейчас зайду. Ведь корейца все равно не вернешь, правда? Ты его видел? Да. Я уже попрощался с ним. Ты куда-то заезжал? Да. В универмаг. Вот. Шляпу себе купил. Как я знаю, все пенсионеры в шляпах ходят. У тебя костюма приличного нет. Калишеру на свадьбу идти не в чем. Теперь это уже не важно. Да.
Ну что ты себя ешь? Ведь ты такой молодой, уже можешь не работать. А мне еще трубить и трубить. А хочешь, уедем к моим родителям в Подмосковье? Лес, осенью полно грибов, дожди, никакой жары. А захочешь поработать, тоже вполне возможно. Там рабочие руки всегда нужны. А жить? У наших. Дом большой, свой, места всем хватит. Инна, знаешь, я узбек. У нас должен быть один хозяин в доме. Но не поймут меня друзья. Один из них уже звонил. Кто? Силач. Кто? Валька Силов? Ну да, Силов. Быстро бежит время. Да. Он уже знает все про меня. Злорадствует. А что ему злорадствовать? Ну что ты мог сделать, когда его выгоняли? Он просил что-нибудь передать. Просто спрашивал, как ты, что? Ну, что я? Я в порядке. Завтра у меня занятия в университете правовых знаний. Ты же уже больше не работаешь. Я не работаю в розыске. В уголовном розыске. 15 лет с тобой живу, и вот никак не пойму тебя. Ты спроси, я объясню. Убили твоего лучшего друга, тебя самого вышибли со службы. А ты собираешься этим недоумком объяснять про косвенные доказательства. Ну как это можно понять? Вот так. В моей служебной аттестации написано, лично скромен. Это неправда. Ну почему? Ну кто тогда скромен, если не ты? Я вовсе не скромен. Во мне бушует огромная тайная гордыня. В чем она выражается? Я думаю, что я анкерный камень. Камень, на котором закреплен механизм часов. Вот если этот камень выпадет, то часы надо выбрасывать. А я не дам себя просто так выбросить. Не дам. Ах ты, дурень, дурень. Любимый ты мой дурак. А ты знаешь, что за глаза тебя называют? Нищий начальник. Знаю. Жаль, что нет такого значка. Я бы носил его. Его бы раньше выхлопотали себе эти подонки. Мне на работу надо позвонить. Опять все сначала. Я думала, все кончилось. Ну, просто спросить, как дела. Не обижайся, ладно? Джамал, ну как дела? Занимаюсь убитым Сабирджаном. Его дело вел гаишник Зиат Саатов из Уршишмы. Но он у нас уже давно не работает. А почему мы ничего не знаем о Сабирджане? С кем он бегал? В городе? Ни с кем. У него все связи были в Уршишме. Ну а где он достал коньяк, установили? Нет. Непонятная история. Не было его у нас. Хочу предупредить вас. Приехал следователь. По особо важным делам. Сам он из Свердловска, а прикомандирован к прокуратуре республики с бригадой. Хотят повесить на вас. Всех собак. Я больше не могу говорить. Пришел Равшан. Саматов? Да. Ну, давай, давай. Отдыхай. Подлюк. Надо отдохнуть, верно? Как считаешь, мент? Говно. Ты ведь бросил курить. Кто это был?
Кто это был? Да это так. Девица соблазняет. На свидание приглашали. Вот и сходи, развейся. Ну, привет. Привет. Плохо держишь удар. У тебя сейчас лицо чрезвычайно полномочного посла к ядрени Фени. А какое сейчас у меня должно быть лицо? Меня действительно послали к ядрене Фени. Ну, как ты сам? Дрезина бегает? Нормально, я ее отремонтировал, хоть сейчас на авторали. Ну, ты все знаешь, да? Что-то знаю. Поехали. Признаться, услышал и не поверил. Чтоб генерал отдал в обиду своего любимца. Вы ж с ним так прекрасно сработались. И только не вздумай мне жалобно блеять, что мне хорошо рассуждать, что я все давно пережил. А твоя рана свежая и кровоточит соплями. Ты ж его во всем поддерживал. Даже когда меня выгоняли. Ты позвал меня для того, чтобы сказать мне все это. И это тоже. Твое счастье, что в наше время честных людей, как эритроцитов в моче, 2-3 в поле зрения. Они и тебя посчитали по ошибке честным и тихо выперли. Слушай, останови свой тарантас, я выйду. А то я тебе дам в морду. И то, и другое невозможно. Останавливаться на великой транспортной магистрали запрещено. А если ты дашь мне в морду, мы можем перевернуться. И тогда генерал Акзамов со скорбным ликованием похоронит нас. В обнимку, как Ромео и Джульетту. Лучше дай в морду себе, это будет справедливее. Это ты меня предал тогда, а не я тебя. А ты попроси генерала. Хорошенько покась. Он тебя простит, ты свой. Других слов у тебя для меня нет? Ты почтенный пенсионер, а я кто? Так сомнительный субъект, выгнанный из милиции. С волчьим билетом за недоверие. Ты тогда плюнул мне в душу. К дому моему подойти боялся. Главное, чтобы генерал ничего не подумал. А я остался без работы, без денег. И жена от меня ушла. Вот так вот. Мой друг. Если бы я был женщиной, я бы мог стать шлюхой и загудеть. А ты мне даже не звонил. Вы только посмотрите. Мальчику стыдно. А я не думал, что менту, подполковнику, правда, бывшему, может стать стыдно. Ты поступил со мной как настоящий? Слушай. Нет, это ты слушай! Да хватит! Убери руки! Извини, старик, но я должен был высказаться. И забудем об этом. По правде говоря, я тогда решил, что руки тебе никогда не подам. Но тут такое дело с корейцем. Считай, что мы пока союзники. Да вы что, мужики? Ты, гад! Веретов на службу! Эй, эй! Что мне сказать? А ну вон отсюда! Ну!
Ну, если тебе надо, поговори с Сувоном, а меня знаешь, уволь. Я подожду здесь. Извини, папаша. Дай пошабить. В Гонконге. Да. Приятная вещичка. Опять у тебя анашой балуется, опять дымок. А что делать? Сейчас такое время. На танцах и девки курят. А я думал, ты больше не заглянешь сюда. Ты имею в виду, Суан, с моим увольнением ничего не изменилось. Ну, ладно, ты ничего не слышал об этом убийстве? Имя Сабиржан тебе говорит о чем-нибудь? Нет. Да, у тебя есть хороший коньяк? Марочный. Насчет коньяка сейчас плохо. То, что было, люди на свадьбе разобрали. Ну, хоть пара бутылок. Тесть приезжает. Ну, ты же знаешь, Тура, если было, я бы тебе не отказал. А где есть? А я поспрашиваю. Ну-ну. Что ты сделал с той бумагой? Ну, насчет меня. О твоей судимости? А. Как сказать? Лежит... До поры. А то в общепите только и ждут, чтобы начать молоть языком, мол, зав производством судим. А где она? В надежных руках. Если со мной что-нибудь случится, ей дадут ход. А что с тобой может случиться? Ты молодой, сильный. Теперь вот государство взялось содержать тебя, так что... Просто предупреждаю. Ладно, на. Выгнанных и пенсионеров масса своих радостей. Как говорится, шальная жизнь на темной стороне Луны. Привыкнешь. А я не собираюсь привыкать. О, в тебе оскорбленное самолюбие бушует. Опасно, как ущемленная грыжа. Ну, здравствуй. Здравствуй. Да, ничего не меняется. Извини за банальный комплимент, но ты все такая же красавица. Как дела, Валь? Тебе муж потом все расскажет. В какое время тебе на занятия? С утра. О, оказывается, вы учитесь, дураки. Я не учусь, я учу. В университете правовых знаний. Тогда правильнее сказать, учил. Потому что, когда нас выгоняют, то отовсюду сразу. А мы все равно жаждем крови. Так и... Чего же ты все-таки добиваешься? До сущих пустяков. Раздать всем сестрам по серьгам. Боюсь, что долго придется ждать. Ну уж не дольше срока моей жизни. И потом в моем положении научишься быть терпеливым. Ты из-за этого не уехал? Отчасти. У меня здесь много долгов имеется. Ну, пойдем. Я нарушил первое правило нашего ремесла. Мафиозника надо брать как змею, намертво, чтобы не вывернулся. А не удержишь, тебе же конец. А этот мафиозник потом на суде будет главным твоим обвинителем. Я этого суку Шамиля Бармина, из-за которого меня выгнали, почти каждый день встречал. Идет, улыбается, как дела, Валентин Устинович, на работу не устроились. А я ему вот эти браслеты, говорю, вот для тебя держу. Надену их тебе. Из списанных, что ли? А я их всегда ношу. Так, чтобы не забывать. Плюнь, Валь. Посмотрим, как он потом наплюется. Придет устраиваться на работу, и тут выяснится, что одни тебя не берут, потому что ты бывший мент, который им покоя не давал. Для других ты потенциальный стукач. И милиции до тебя дела нет. Но ведь кому-то же должно быть до нас дело.
Может, хватит все-таки? Действительно. Что это я? Действительно хватит. Мне и врач так сказал, забудь об этом. Или готовь свою язву под нож. Да? Я слушаю. Хорошо. Завтра тебя ждет следователь. Забавно. Что именно с меня начинают? Ну, конечно, с тебя. Ты же неприлично любопытен. Глубоко копаешь, неизвестно, что выкопаешь. Но останется убийство корейца нераскрытым. А впрочем, мы зря гадаем. Олимпийские игры – это взгляд в будущее. Чемпионы, рекордсмены, разведчики. Ну, я пошел, пока. Сражающиеся на пределе человеческих возможностей. Я провожу тебя. И недаром нас так привлекает их борьба. Спасибо. Честная и каждый раз с неизвестным исходом. Вот так вот, корейца нет, а жизнь идет своим путем. Когда свадьба Алишера? В субботу. А хочешь, пойдем вместе? Конечно. Я же большой любитель погулять на халяву. А потом мне интересно узнать, закупили ли родственники Алишера марочный коньяк. А ты простой уже не марочный, что не пьешь? Ни в коем случае. Язва не позволяет. Бушует и спрашивает, откуда бутылка у Сабиржана Артыкова? Я думал, что ты про это давно забыл. Я о таких вещах не забываю. У нас же с тобой не профессия, а диагноз. По-моему, кореец нас сейчас видит, хочет подсказать, как вести розыск. Но не может. Слушай, я хочу проверить одно предположение. По-моему, нас спасут. Давай подойдем к той машине, попросим прикурить. На всякий случай их надо бы запомнить. Командир, огоньку не найдется? Я не курю. А-а-а. Ну тогда отдыхай, сынок.